Кировскому району нужен свой зимний эвакуатор. В районной администрации рассказали о проблемах с уборкой дворов от снега. В ноябре во время интенсивных снегопадов во дворах района работало больше 20 уборочных машин. Однако полную очистку от снега и наледи удается выполнить только в половине случаев. По словам властей, главным затруднением остаются припаркованные автомобили. В этом ноябре мы, управляющая компания ЖКС-2, они применяли эвакуатор для этих целей. То есть поднимали машину на эвакуатор, переставляли ее, вычищали снег, ставили на место. Попробуем на следующий год, может быть, кто-то как-то бэушный какой-нибудь приобрести. В Кировском районе более 1200 дворов. По опыту, даже днем в каждом стоит не меньше 10 машин. А чтобы поднять автомобили, вымести вокруг и из-под него снег, требуется около четверти часа. Так, на уборку всего района с одним эвакуатором понадобится более 3 месяцев круглосуточной работы. Поэтому районные власти призывают прислушиваться к объявлениям с просьбой освободить двор на время механической уборки.